Я уже не помню, что там было. Какие-то проблемы были у отца, так как он был военным в свое время тогда. Когда случился переворот, когда талибы снова захватили власть тогда, решили уехать оттуда, так как люди, которые были тогда во власти, ну, работали на правительство, у них были очень большие проблемы с талибами. Возможно, сложно было, это Кыргызстан, это другая страна, учить язык, найти работу, вот эти вот моменты. Возможно, им было сложно, но к тому моменту, когда я уже подрос, они уже адаптировались тут, и я особо этого и не заметил. Жили со статусом беженца, и потом получили паспорт, гражданство. Являюсь переводчиком с персидского языка на русский и с русского на персидский. Перевожу, проводим собеседование. Какие-то проблемы, если у них случаются здесь по городу, где-то не могут что-то найти, кому-то что-то объяснить. Бывает, иногда звонят мне, я им помогаю в этом плане. Только вот если у них какой-то языковой барьер. В этом плане помогаю. Когда талибы пришли во власть, у талиба свои правила, совсем поменялся закон абсолютно. Все начали убегать. Ну, сюда несколько семей приезжали оттуда. Немного, ну. Лично я где-то семей 5-6 повидал уже за все это время работы своей. Кроме языкового, единственные сложности у них это, насколько я знаю, документы. Многие из них сюда приезжают, они хотят работать, им нужно работать, зарабатывать, приносить деньги, кормить себя, свою семью, жить на что-то. И у многих в основном проблема – это разрешение на работу и какие-то документы. Вот. А каких-то других проблем я пока не слышал.